заглядывает к нам в комнату. «Бросьте, девочки, кто же весной химией занимается? Идите, я сейчас сыграю вам ваше весеннее настроение». И Рахманинов играет в гостиной для нас, девчонок, самые свои весенние романсы. Надо было любить и понимать молодость, иметь в себе самом неисчерпаемый запас любви и свежести, чтобы так чувствовать девичье весеннее настроение. Сергей Васильевич Рахманинов. Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и на мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и поэтому это русская музыка. Единственное, что я стараюсь сделать, когда сочиняю, это заставить ее прямо и просто выражать то, что у меня на сердце. Федор Иванович Шаляпин. Чтобы лучше понять душу русского человека, надо слушать музыку Рахманинова. Сергей Васильевич Рахманинов. «Музыкальный момент», «Элегия» и «Прелюдия соль минор».